в данном вопросе, если человек уже взрослый, не ребенок, то здесь нужен контроль, здесь нужен тренер. Необходимо себя поставить под влияние какого-то человека, который способен контролировать. И осознанно смириться под этого человека, зная, что будет выступать лень, нежелание. И здесь вопрос навыков. Если человек каждый день монотонно делает какое-то одно дело, он рано или поздно становится в этом профессионалом.